Вот это называется драйвер. Ставлю филит в нот, потому что так ярче светит. Потребление 2 ампера. Питание от этого блока питания 8 вольт. При нагрузке может 7 вольт, теперь где-то 4, не 6. Ну 7 где-то. Вот, чтоб боясь сжечь транзисторы, сперва им на более слабом трансформаторе его подключил. Вот, вот тут на ЦВС должно быть 470. Вот на ЗВС драйвере этот 470 или 430 Ом, а у меня тут 400-500 где-то, у меня тут 500 под ватт всего кило. Я это поставил специально, потому что боялся сжечь. Ой, па. Вот индуктор на всякий случай можно посмотреть. Вот тут его. И там на ЗВС драйвере еще. Тут 10 килоом, а я поставил 20 килоом. И еще тут диоды, там написано плюс 400 вольт, я поставил УФ 5408, это 1000 вольт. Ну вот, в общем, то самое, что есть, не опять 5 МСК, никаких измен, никаких каких-то супер-дупер эффектов нет. Тоже сердечником лучше, без сердечника хуже, хотя думал, что будет без сердечника лучше. Это может, что на первичке за много витков нет.